Предлагаю вашему вниманию два светодиодных светильника. Они отличаются мощностью, также диффузором. Длина их 2 метра. Они могут быть сделаны кратно 30 сантиметрам. Вот освещение у них один 35, другой 70. Светильники отличаются формой корпуса. Один более охлаждающий, другой, поскольку там мощность меньше. Мы считаем, что этого корпуса вполне достаточно для охлаждения. В этом светильнике он 35 ватт. И более прозрачный диффузор. Этот 70 ватт. Диффузор менее прозрачный, более приближенный к дневному освещению. Как я уже сказал ранее, светильники, максимальная длина корпуса 2 метра. Мы можем выпускать их кратно 30 сантиметров.